Здравствуйте, мои дорогие друзья. Ну вот видите, вот с этого номера 8-923-197-43-14 систематически уже, наверное, на протяжении 2 лет поступают вот такие вот угрозы. Вот, было 25 марта, потом 5 апреля, июнь 12, ну, текст, да, 23-го, то есть периодично. Вот вчера 9:39 утра, и вот сейчас 8 вечера. Вот. Вот такое дело. Да? Видите? Да, здесь он уже назвал себя Андрей Коноплев, и я Игорь Додон. То есть, не знаю, может, персонажи вымышленные, но от этого типа я уже долгое время получаю вот такие вот СМС-очки. Ну, так. Видите, вот такие вот бывают люди. Вот. Видимо, какой-то ярый мой фанат. Да уж. Ну, если со мной что-то случится, то по этому номеру телефона этого товарища найдут очень легко. Вот так вот.